Вот, смотрите, Белор дизайн. Я сначала наношу один слой, так чтобы он у меня быстренько высох. И я не делаю контур, если кому-то, у кого-то вдруг возникнет вопрос. Вот, у меня есть основа, она уже подсохла, матовая, да? Теперь я нанесу второй слой, ну тоже не сильно толстый. Чтобы у меня был такой насыщенный оттенок. Ну и вот, такой у меня законченный вечерний макияж. Я сегодня не буду надевать свою диадему, потому что, мне кажется, у меня и так достаточно блеска в образе. У меня яркие губы, яркие глаза, и достаточно будет идти просто с такой вот красивой, уложенной стрижкой. Спасибо вам большое за то, что вы со мной. Я немножко подустала, записывая подряд несколько разных видео. Я надеюсь, что мне хватит энергии сегодня провести свадебную церемонию для моих молодоженов так же ярко, задорно и весело, как я записывала эти видео для вас. Мне очень важна обратная связь. Мне хочется, чтобы у нас был правильный энергообмен, то есть я отдаю вам свое время и знания, и хочется от вас получить лайки, подписки и комментарии. Спасибо вам большое. Меня зовут Евгения Примани Евстигнеева. Я свадебная фея. Я ношу короткую стрижку пикси. Я делаю это круто и могу вдохновить вас также носить крутую стильную укладку. Пока-пока.